надо бы перенести или компьютер на кухню, или наоборот. Пока бегал туда-сюда, где-то чай потерял. Что дает нам елка? Ощущение свободы и пространства после его выкидывания. С этого дня в садик за внуком будешь ты ходить. Я больше туда не пойду. Пришла комиссия из района. В это время дети ели. Воспитательница спрашивает, что надо сказать. Все встали и поздоровались. Она ж как выскочила из-за стола и кричит, «Походите, гости дорогие, вот купить будете?» Мне стыдно стало за него. Матрёна, выходи за меня замуж. А что еще за тебя сделать? Тот-то друга твоего давно не видно. Вы же с ним были, не разлей вот, а? Злая ведьма заколдовала его и держит в заточении. Женился? Да. Милый, то Нового года осталось полмесяца только. Вот видишь, а ты все время выкинь елку, выкинь елку. Марджана, я от тебя без ума. А ты раньше без него был? Милый, я немного разбил твою машину. И что у него осталось целого? Так сразу и не скажешь, но документы определенно. Стив Джобс начал свой грандиозный бизнес, имея в наличии только паяльник и гараж. Ну, у нас так многие начинали. И еще утюг. Можно я уйду отсюда? У меня важная причина. Какая? Я не хочу быть здесь. Подписывайся, лайкай, комментируй.